Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Американский рэпер Янг Дольф, настоящее имя которого Адольф Роберт Торнтон-младший, застрелен в городе Мемфис в штате Теннесси. Об этом сообщает телеканал Fox News. По информации полиции, музыкант совершал покупки в одном из местных магазинов, когда к нему подъехал незнакомый автомобиль, из которого открыли стрельбу. На рэпера уже было совершено покушение в 2017 году. Тогда в него выстрелили возле магазина в Лос-Анджелесе. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии с 3 огнестрельными ранениями, но был выписан спустя 2 недели. Янг Дольф является исполнителем таких популярных композиций, как Major и On the River. В 2016 году он выпустил первый студийный альбом King of Memphis, который занял 49-е место в чарте Billboard 200. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.